Итак, ребят, всем привет, всем привет. Итак, что же я сегодня вам хочу рассказать интересного, нового? Сегодня у нас не будет про AI-каверы, сегодня у нас будет немножко другая тема, но с ней она, с AI-каверами она немножко, знаете, рядом идет. Допустим, у нас есть какой-нибудь клип какого-нибудь артиста, да? Что мы можем с ним сделать? Мы можем извлечь, то есть, дорожку из него, отделить акапеллу от инструментала и, то есть, вокал наш прогнать и изменить на наш, на нашу модель, которую мы натренировали. Но мы можем же и видео поменять лицо, что еще больше эффект даст. Это очень круто, и сейчас я вам покажу, как же поменять лицо в видео. То есть конкретное какое-то лицо, какое-то другое лицо. Сейчас вам буду все рассказывать, показывать по полочкам, как всегда. Сегодня будем разбирать, как это сделать локально. Потом уже разберем, как это сделать на других каких-то серверах и так далее. Так, у нас есть такая программочка, как Refacer. Есть такая программочка, как Refacer. Здесь немножечко она переработана, то есть немножко репак мною сделанный. Если вы хотите ее установить, я могу снять отдельное видео, как вы с нуля можете ее установить. Но это очень долго, очень муторно, потому что нам нужно гид скачивать, питон устанавливать, и там очень много проблем. Если, допустим, еще имя вашего пользователя в компьютере на русском языке задан, то это все, это провал просто сразу же будет. Но я сделал как бы портативную версию. Ну не я сделал, я немножко подсмотрел и немножко подредактировал ее под нас, так сказать. А я ее в архивчик закину и выложу куда-нибудь. Либо на Google Диск, либо на Мегу, либо на Яндекс Диск. Куда-то я выложу на какой-то файлообменник, чтобы вы скачали. Итак, приступим уже. А вот архивчик. Мы такой архивчик скачиваем, распаковываем его. У вас получатся вот такие вот файлы. Кидать куда? Куда ходить? В принципе, его. А, и здесь нам нужно поменять только... Ничего менять не нужно, только в одном месте нужно кое-что поменять. Вот есть файлик здесь. Start Portable. Нажимаем правой кнопкой мыши «Изменить». Открываем его в блокноте, либо где-нибудь еще. Вам нужно здесь изменить несколько атрибутов. А вот после Python app.py вот здесь идут атрибуты. Вот они у меня здесь. А какие атрибуты и на что их нужно менять? Здесь у меня все прописано вот на русском языке и инструкция для вас. Что, как мы делаем? Сейчас я немножко расскажу здесь. А первое — это Tensor RT. То есть если у вас видеокарта 2000, 3000, 4000 серии, вы можете, у них есть тензорные ядра, и вы можете их подключить, использовать, что позволит, в принципе, вам изменять лицо, то есть по времени это будет, может, 2 раза быстрее, 3 раза быстрее, кому как повезет. Может вообще не работать. В 4000, я знаю, это работает очень хорошо серия. 3000 раз через раз как-то, непонятно. Надо делать тесты. Тесты я не делал, если честно. Потом, автолаунч. Автолаунч — это, как бы так сказать, что это такое? Это когда вы запускаете этот батник, файл, он автоматически у вас откроет браузер и среду нашего обитания, где мы будем это все делать, запустит сам автоматически. Здесь вот пробел, кстати. А потом GPU ядра, в общем. Сколько мы будем использовать потоков GPU. Здесь немножко я расписал. То есть если вы используете 4 потока, у вас отнимается, допустим, 6 гигабайт вашей памяти видеокарты. Не оперативной, а видеокарты конкретно ваши. Если 8 потоков, то 10 гигабайт отнимется видеопамяти вашей. То есть здесь выставляете конкретно под вашу видеокарту. Смотрите, сколько у нее там памяти. Если у вас, допустим, 6 гигабайт памяти, то ставим 4. Если у вас там 8 гигабайт, то можем 6 попробовать. Если там 10 гигабайтов, то 8. Если 12, то 11-12 пойдет, летит. В принципе. Потом есть такая вот Share Guardio. Это ссылочка, он создает локальную ссылку. И дополнительно, если мы пропишем этот атрибут, он создаст нам еще удаленную ссылку. Что это такое удаленная ссылка? Это паблик ссылка, через которую вы можете с телефона, даже не у компьютера, зайти в
принципе, в нашу среду, и это все сделать с телефона. То есть через интернет это все будет работать. В основном это, знаете, для чего? Это мы будем использовать, возможно, дальше, когда мы будем использовать какие-то другие сервера. Возможно, хорошие сервера, они будут платные, стоят копеечку, то есть не очень дорого на самом деле. Где мы арендуем с вами видеокарту 3090 какую-нибудь, либо 4090. Это по карману очень сильно не ударит, если вы собираетесь, в принципе, серьезно заниматься, так сказать. Менять там хотя целый фильм, лучше, если вы собираетесь менять целый фильм, лучше снять отдельную видеокарту, и пусть она трубачит там на вас. Потом максимум лиц. Это настроечка, сколько лиц мы будем заменять. То есть наша программа может заменять не одно лицо, допустим, мы можем разбить, например, 4 есть персонажа, допустим, в кадре, и мы можем каждому лицу, каждому герою отдельное лицо поменять, которое нам нужно. Потом максимум оперативной памяти. Это конкретно уже оперативная память. Выставляем сколько? Примерно 60-70% от вашей оперативной памяти. Если у вас, допустим, 16 гигабайт оперативной памяти, ну, выставляете там 8-10 максимум, в принципе. Больше не надо. Потому что у вас компьютер тоже ресурс какие-то отнимает. Если у вас 32, можете хоть там 25 гигабайт поставить. Все равно больше, в принципе, чем... нужно программе, она не возьмет вашу оперативную память. То есть, если вы загрузите Full HD видео, она у вас возьмет там 6 гигабайт, допустим, либо 8. Если загрузите 4К видео, уже больше, естественно, возьмет. Так, меняем настройки. Как я вам сказал уже. Ставим под себя. Я поставил здесь настройку, что потоков у меня 6 будет, потому что я сейчас запись веду, чтобы у меня ничего не крашнулось, не дай бог. Поставил 6. Хотя у меня есть, обычно стоит там 9-10. Вот типа такого. Оперативную память 16 поставил, автолаунч поставил. Tensor RT поставил, потому что у меня карта 3080 Ti. Можно ставить, в принципе. Все, файл сохранить нажимаем. Сохраняем. Теперь нажимаем два разика по файлику нашему. У нас открывается вот такое. Вот командная строка такая. Где вот, в принципе, здесь у нас все это происходит. Дело. Ее закрывать не надо. Не надо. Если вы закроете ее, у вас ничего не работать не будет. Командную строку не закрываем. Здесь вот ссылочка прописана наша, то есть вот это наша локальная ссылка, через можем ее в браузере вписать и зайти в нашу программу, так сказать. Итак, интерфейс нашей программы, что еще себя представляет? Reface, repack от меня, то есть вот нажимаете ссылочку, вот заходите на меня, в принципе, вот я, мой канал. Подписывайтесь, не стесняйтесь, лайки там ставьте, прожимайте. Скоро очень много интересного вас ждет, очень познавательный, очень интересный контент. Итак, что мы делаем? Оригинальное видео. Загружаем сюда видео. Видео какое? Любое, какое хотите. Я вот с брата взял видео, с Бодровым. Будем сейчас ему лицо менять. На кого лицо? Сейчас узнаем. Дальше написано лицо, которое заменяем. Мы заменяем Бодрова, то есть нам нужна фоточка Бодрова. Где его взять? Ну просто может скриншот отсюда сделать. Shift V на S, вырезать лицо. И все, сюда в принципе его вставить. Лицо наше. А лицо, на которое заменяем? Ди Каприо. Будем менять на Ди Каприо. А, вот вкладочки про лица, которые я вам говорил. Вот, можем менять одно лицо, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, восьмое. Можете хоть все 100 лиц там прописать, у вас здесь просто будет вот дохрена лиц. И каждому мы загружаем вот фоточку, вот, допустим, опять Бодров и так далее. Поехали. Все, с этим мы уяснились. Дальше есть такая ползуночек, называется порог. Порог, как бы здесь правильно сказать, что это такое? Порог — это некая прозрачность нашего слоя. Если мы поставим с вами единичку, то вообще ничего не изменится на видео. То есть это нулевая прозрачность, так сказать, нашего слоя вот с Ди Каприо. Если поставим 50, естественно, примерно 50% будет. Если 0 поставить, 0 не рекомендую ставить, потому что если у нас будут очки на персонаже, там будут просто дужки как бы видны от них и глаза. То есть лицо перекроет все. А сигарету, если персонаж наш будет курить, пить что-то, он все это перекроет. А идеальное значение подбирайте под свое видео. На самом деле от 0.1 до 0.3 где-то вот в этом диапазоне оптимальное значение. Это. Вы уже сами там определитесь, как и что. Есть тут еще апскейлер. Что такое апскейлер? Апскейлер, он просто разбивает нашу картинку вот так вот пополам на какие-то части
и конкретно ее прорабатывать, чтобы четкость у нашей картинки была намного лучше. Здесь я добавил 4 апскейлера, в принципе, можете с ними поиграться. Какой вам нравится больше, такой и вы и ставите. Я рекомендую UltraSharp X4, UltraSharp хорош, хорош, честное слово. Где можете, вы можете дополнительно другие апскейлеры скачать, то есть можете написать, в принципе, вот S-Gun, ERC-Gun апскейлеры, они, в принципе, их можно тут найти. Вписывайте просто ссылочку, и вот они, вот X4 UltraSharp апскейлер. Сейчас я вам покажу, что это такое заодно. Вот у нас была вот такая картиночка, видите, все в пикселях, и он делает вот такую картиночку, в принципе, красивую. Понятно, все понятно. А вот примеры. То есть вот из такой вселенной он сделал вот такую более-менее внятную вселенную. Уже как скачать? То есть нажимаем на ссылочку. Здесь открывается у нас файл обменник Мега. Нам нужен Onyx файл. Нажимаем на него Onyx. И вот ссылочка. И вот здесь начинаем кнопочку скачать. И скачиваем. А куда скидываем? Папочка называется здесь вот Upscaler Mods. То есть вот сюда вот все скидываем. Все апскейлеры наши. Так, с этим мы уяснились. Я сейчас не буду применять апскейлер, я уже за апскейлер видео одно, такое же, которое мы сейчас с вами делаем, покажу вам с апскейлером и без апскейлера, чтобы вы поняли разницу, в принципе, что это такое. Потому что запись у меня крашится, если я апскейлер включаю, потому что ресурсов компьютеру нужно намного больше. И где-то, ну, рассчитывайтесь на то, что ваше видео в 2-3 раза будет дольше обрабатывать, если вы апскейлер включаете. В принципе, мы все с вами настроили, все, нажимаем кнопочку «Начать обработку». Вот пошли циферки у нас здесь. И тут сейчас у нас будет происходить, сейчас вы увидите что. Сейчас буду комментировать, там рассказывать, что тут происходит у нас. Так, что у нас происходит? Смотрите, у нас наше видео делится на кадры. То есть, допустим, в нашем видео 1 минута видео нашего, и у нас кадров 24 кадра, допустим, видео. То есть мы умножаем 60 на 24. Это мы узнаем, сколько всего у нас будет кадров. То есть 60 умножаем на 24. То есть 1400 кадров. У нас здесь будет написано 1400 кадров. У меня видео 24 секунды. И оно 24 кадра. 24 умножаем на 24. Получается 576. Примерно то же самое, что здесь написано. Что делает программа? Давайте я вам сейчас скажу. Она берет, делит наше видео на кадры. То есть у нас тут получилось 552 кадра. И она в каждом кадре просто подставляет лицо наше. Берет, подставляет лицо Ди Каприо. И потом эти все лица опять склеивает в одно видео. Все просто. Если у нас включен апскейлер, то она еще и апскейлит лицо наше, чтобы сделать его намного четче. Все. Принцип программы элементарен, я сказал. Очень простой. Все. У нас видео наше обработалось. То есть заняло это, как вот здесь написано, то есть 28 секунд. Видео наше 23 секунды, из апскейлера 28 секунд. Если включил бы я апскейлер, то здесь было бы, ну, минуты полторы где-то вот так. Видео наше. Вот мы можем посмотреть видео, которое у нас было. Вот. Бодров, да, у нас все нормально. Вот это я кадр специально взял. Показать один дефект, который может возникать у нас. Так, это видео, которое у нас было. И видео, которое мы получили с вами. Лицо у нас уже, как видим, Ди Каприо у нас тут выходит. И вот кадр подзаказательный. Видите, немножко вот здесь плохо. Так, ну вот такое видео у нас получилось. В принципе, можно нажать кнопочку тут скачать, он у нас скачает. Но, в принципе, наши все видео хранятся в папочке. Сейчас вам покажу. Папочка называется Output. И вот здесь наши видео будут храниться. Хранится все. Output. Вот. То же самое, в принципе. Все. Все максимально просто. Все я вам показал, рассказал. Больше нечего, наверное, рассказать. На этом все, можно заканчивать видеоурок. Все максимально элементарно просто, делается в 2 клика, просто нужно времени подождать. Так что все, на этом подписывайтесь на канал, как всегда, ставим лайки, пишем комментарии, ставим колокольчики, не забываем. Что следующее нас ждет, какое видео, я думаю, как бы вот эту модель,
рефейсер поместить на какие-нибудь другие сервера. Возможно, тот же Kaggle как-нибудь туда, вот уместить его туда. Потому что там две видеокарты, будет очень интересно, как он будет обрабатывать. Или все-таки платные сервера посмотреть. Что-нибудь из этой темы мы с вами сделаем. Интересно. Так что все, всем пока.